Всех приветствую, друзья, всем здравия. И небольшой анонс моего видео, которое выйдет позже. Видео моего одиночного похода в долину реки Шепси. Вчера в 9 часов утра вышел на маршрут. Сейчас времени 4:30, только встал. Собираюсь уже в обратный путь. В этом году прошел дальше, выше, вот, и подыскал вот такое классное местечко. Просто офигенное. Вот смотрите, какая красота. Вообще, какие красоты в горах. Такие места проходил. Вчера пришел. В общем, заняло у меня почти 4 часа хода. Пришел, погода, смотрю, портится начала. Туда-сюда гляжу, блин. В общем, поставил палатку, окунулся, перекусил по-скорому. Дров тут нет, я таскал дрова вон оттуда. То есть на реке, блин, топляк этот притаскивает. Ну, горят хорошо. Накрыл ливень, сперва дождик такой начал моросить, заволокло все. Потом такой свет, представление было, блин. Мне палатка течет, я уж тут, видите, блин, пакет целлофановый порвал, блин. Здесь текло, здесь, вот в этом месте, и там еще выше, вон. С громом, блин, вот здесь вот как начало грохотать. Я думал, ну все, блин. И сейчас вот еще моросит. Потом вроде разгулялось, где-то к вечеру там уже. У меня спальник мокрый, рюкзак вон стоит тоже, блин. Все вот это барахло тоже мокрое, блин. Потом туман спустился, блин. Вроде где-то часам к 9, наверное, где-то к 8 уже темнело. И сейчас прохладно, понимаете, я вон сейчас одет, и, блин, ночь не спал практически, 2 часа всего. Вот. Фотик у меня, мой боевой старый товарищ, блин, Пентекс Оптио H90, с которым я все походы все снимал. Короче, фотик у кирдык, фотик накрылся. Вот. И... Ну, я до 10 вечера где-то снимал им. Потом он, короче, приказал долго жить. Все. И вторую часть я снимаю сейчас на смартфон. То есть, как буду спускаться отсюда и ворачиваться в Шепси. Вот. Идти мне отсюда быстрым шагом где-то 3-3,5 часа. Ну, часа 3. Ушел я далеко. Вот, и мне где-то 10 километров, наверное, фигарить сейчас. Вот по такой вот щебенке. Ну, там, правда, местами есть получше дорога. Ну, в основном вот такая щебенка. Это здесь место классное, конечно. Вот намыло. Вот, прям под палаточку. Вот. Так что вот такой поход у меня вышел. Ну, еще не совсем, еще надо обратно вернуться. В общем, фотик жалко, блин. Всегда брал с собой в запас. Ну, так вот получилось. Так что поход будет из 2 серий, по идее. Первая серия отснята уже. А это видео выйдет... ну, вниз спущусь. Вот. В общем, у меня здесь... Пьем кофеек. Да вот кашки заварил на дорогу, блин, этой геркулесовой. Вот такие вон дела. Да, место классное, конечно, блин. И потом туман это спустился, как облако, сюда, в долину. Такой холодрыно, блин, вот холодрыгой, блин, я замерз, блин.
Вот до сих пор согреться не могу. Блин, вот тебе юга, ебаю. Спальник мокрый, блин. Я уже там закрутился. Или... Вот, встал где-то в два. Костер толкнул, блин. Дрова быстро прогорают. Блин. Вот, и где-то часа в три, что ли, еще вставал. Там видео есть. Вот, то же самое, не спится ни хрена, блин. Палатка мокрая, блин. Так что вот такие вот дела, друзья, вот такие вот делишки. Так что видео будет по приезду похода. Там все подробно, все как было. Все-все, так что сами потом все увидите. Как здесь грохотало, блин, я надеюсь, там, блин, как даст. Ну, тут гром какой-то другой, блин, какой-то глухой такой, блин, такой раскатистый. У нас на тебе, блин, бабам, блин. Ну, все равно. В общем... Сейчас где-то, ну, будем считать, без 20, где-то 5. Полшестого где-то выхожу. Сейчас допиваю, доедаю, собираюсь и выхожу. Вот. Все по дороге, конечно, и обратный путь тоже там. Промежутками снимаем. Вот. И закончу уже на берегу моря в Шепси. Именно так по планам я и хочу. Вот. Зарядка есть, сейчас подзаряжу еще смартфон этот. Снимать больше нечем. Вот. Значит, место это отмечено на навигаторе, даже на двух программах, так что надеюсь, что и в будущем году здесь побываю. Уж там не знаю, как сложится. Так что отсюда, друзья. С долины горной реки Шепси сегодня утром, 28 июня. Вам огромные привет и пожелания всяческих благ. Это как анонс будущего фильма. Думаю, будет интересно. Многим и полезно, блин. В плане, кто ходит в походы и так далее. Вот эти все нюансы. Вот. Всех благ вам, отпускникам. Кто собирается уже в отпуск, всяческих благ, хорошего отдыха, доброго пути. Вот. Ну и вам, всем остальным, желаю всяческих благ также. До будущих видео, друзья, всем пока. Я тороплюсь, мне скоро выходить. Надо еще сейчас кружечку кофейку. Все собираем, подсушить уже не получится. Сушиться будем на пляже, в Дедеркое. Приеду сразу на пляж, разложусь и буду сушиться. Греться, сушиться. Так что место отличное. Да, если кто будет здесь, я там говорил, по-моему, видео там у меня в первой части. Вот, в принципе, найти здесь несложно по тому, как я шел. Вот, даже по видео. Вот, пожалуйста, убирайте мусор и чтобы был порядок. Вот. Вот вся просьба. Место неплохое. Не нужно здесь ничего пилить, не ломать, блин, не корежить. Не нужно. Здесь все отлично, все. Единственное, что дрова надо будет брать там дальше. Вот. Хотя далековато, конечно. Поэтому здесь еще это место такое. Не добрались до него. Далековато, потому что. А так на квадроциклах, но и пеших людей здесь тоже я ни вчера, ни сегодня я не встретил ни одного человека. Вот. За сутки практически проехало две машины всего. Вот. И то вчера где-то после обеда. И, ну, в общем, а пеших людей вообще не было. Вот. Туристов нет. Вот такая длинная у нас вставочка в виде анонса. Еще раз всем до свидания.
пока. До будущих встреч на туристических маршрутах, как я всегда говорю.